Привет, мои дорогие подписчики и зрители канала «Жизнь с нуля». Вот не так давно к нам прибудился кот Персик. В прошлом, видимо, был чей-то. Вот, а теперь настойчиво ищет хозяина. Я его уже подстригал, он был тут весь в лохмотьях. Вот. Животина, в общем-то, приемлемая такая. Он не воровливый, не прихотливый. Если что-то и съедает, что лежит плохо, то когда приходишь, начинаешь его ругать, он, в общем-то, никуда не убегает, ну и готов отказаться от съестного в силу того, что он типа не знал, что это нельзя есть. В общем, такой интеллигентный кот, как я узнал. Этот кот, он, в общем, хозяева бывшие съехали с дома. Вот, а его не забрали. Семья распалась, муж с женой развелся. Жена забрала детей и уехала в другой город. Вот, продали дом. Ну, а вот кот оказался не у дел. Вот, ну, котейка такой очень добрый. Вот сейчас мы с ним осваиваем вот эту мою кухню, где подсобное помещение для производства разных работ, где собираюсь инкубатор держать. Ну вот, в общем, такой хороший котейка. Подлечу, наверное, его, скорее всего, и будет он у меня здесь на охране. Вот. Так что появляется у меня еще такой обитатель. У нас есть кошка, вот, но это не то. Вот этот кот, мне он за свою вот эту вот интеллигентность как бы нравится. Но видите, в каком он состоянии. Надо еще подлечить, ведь у него глаза прибаливают. Вот. И, видимо, еще уши, да. Вот. Так что теперь у нас он частенько будет появляться в кадре, потому что он, в общем-то, мне прохода не дает иногда. Ну, так, в меру не дает прохода. Вот он сейчас лежал всю дорогу, а потом, видите, вот стал ко мне лезть. Покушал. Так что в моем хозяйстве пополнение. Еще бы ты яйца бы нес, вообще бы тебе цены не было бы. Вот. Так что надо подлечить, правда, не знаю как. Пишите в комментариях, что можно с котом сделать. Может, кто-то согласится забрать к себе домой, кто недалеко живет. Кот, в общем-то, если его привести в порядок, будет, в общем, достаточно нормальный. И, видите, ну, глаза, видите, глаза болят. Вот. Всем добра. И просьба, никогда не бросайте своих животных одних. Они потом очень сильно от этого страдают. Всем добра. Пока. Жду вас в комментариях. Подписывайтесь на мой канал.